Всем привет, дорогие друзья! 3 апреля 2020 года. Кольцо тысячи мелочей. Сегодня я решил подняться по вот этой дороге наверх и посмотреть, что там находится. В общем, исследуем не туристический Владивосток. Ну что, в путь. Снимаю на экшн-камеру Sony. И заранее извиняюсь, если изображение будет дрожать. Идем. Здесь я никогда еще не ходил, так что для меня это все новое, так скажем. Вон там виднеется телевышка, если я не ошибаюсь. А это, наверное, школа. С левой стороны школа, наверное, находится, а здесь детский сад. О, что это? Вроде бы весь день было солнышко, ну как не весь, большую часть дня было солнышко, но к вечеру погода испортилась. Вот. Что-то там впереди в мегафон кто-то что-то говорит. Громкоговоритель, что ли, не пойму. Не пойму что-то. Это школа, походу, автоцентр какой-то. Вот, телевышка впереди. Не знаю, там тоже сопка. Я не знаю, можно ли туда забраться. Надо будет как-нибудь исследовать это дело. Что тут за адрес, интересно? ТЦ Толстого. Улица Толстого, 41, П или В. Не дали, какой домино стоит. Идем дальше. Восток мебель. Куда нас эта дорога приведет,
без понятия. Надеюсь, вы меня слышите. Сейчас на улице ветер, и так прохладно чуть-чуть. Вон сейчас, вон впереди дом. Сейчас дойду до него, посмотрю, что там за виды открываются, интересно. Прошла первая неделя, нерабочая неделя, но в эту нерабочую неделю я работал и буду работать последующий нерабочий месяц. Вот. На работе нам выдали маски, пользуемся санитайзерами сейчас. В общем, пытаемся себя уберечь от этой заразы. Так. Вот, наверное, еще одна школа какая-то или детский сад. И что мы видим здесь? Вот. В центре кадра сейчас дом находится. Пойду туда, наверное. К этому дому. Автобусная остановка. Здесь ходит 38-й маршрут. Вот. Но я иду пешком. Куда-то иду, не понять куда. Какая-то школа. Здесь тротуара нет. Перейду дорогу. Оттуда я иду. Задувает сильный ветер. Я иногда буду прикрывать микрофон пальцем, так скажем, да? Чтоб звук был нормальный. В качестве монитора использую свой телефон. Я на нем вижу то, что снимаю, более-менее.
Ну, понятное дело, что я на экшн-камеру не могу регулировать горизонт, поэтому изображение кривоватое. Куда-то зашел, не понять куда. Куда пойти или сюда пойти? Куда пойти или сюда пойти? А? Кто знает. Тут какая-то стоянка. И там... Нет, сюда я, наверное, не пойду пока. Пойду вот здесь пока обойду. Здесь, походу, этот дом еще не сдан. Я уже впереди вижу Владивостокские две высотки вижу. Не знаю, можно ли туда пройти. О, супер. Выше. Сейчас я выхожу на проспект Красоты. Такая вот здесь красота открывается. Дует ветер, поэтому микрофон буду иногда закрывать, чтобы звук не портился. Вот такие вот дома тут стоят. Вижу золотой мост. О, здорово. Тут, можно сказать, импровизированная видовая площадка. Сейчас подойдем туда. А, мы не подойдем туда, кажется. Здесь что-то, какие-то веревочки натянуты. Вид открывается отсюда.